Всем Антон, с вами привет. Этот ролик будет посвящен тем людям, которые планируют открыть свой бизнес с Китаем или уже имеют собственное дело и хотят масштабироваться. И скажу немного наперед, бизнес с Китаем еще никогда не был настолько легким и настолько выгодным. Ну а теперь по порядку. Сегодня мы поговорим о таком сервисе, как 1688. Возможно, вы слышали про такую корпорацию, как Alibaba Group. Ну, например, все знают AliExpress. Это сервис для розничной торговли из Китая в другие страны. Еще, если вы занимаетесь бизнесом, то, возможно, даже работали с Alibaba. Этот сервис предназначен для экспорта оптом из Китая. А еще есть сервис 1688. И это совсем другая история, потому что этот сервис предназначен для оптовой торговли внутри Китая. И он тоже принадлежит Alibaba Group. Китайский рынок интересен тем, что тут ниже цены на продукцию, гораздо больше выбор, а еще можно покупать напрямую у прямых поставщиков, у фабрик и производителей, то бишь минуя прокладку в виде перекупщиков. Ну и давайте расскажу подробнее про, собственно, сам сервис. Вообще 1688 помогает малому и среднему бизнесу уже с 99 года. Количество клиентов измеряется там десятками миллионов, а обороты у продавцов миллиардами. Конечными клиентами сервиса являются как физические, так и онлайн-магазины, которые находятся как в Китае, так и в других странах. Допустим, в Китае есть какая-то фабрика, которая производит одежду, а в России есть какой-то продавец на Wildberries. Так вот, этот продавец может закупать одежду у этой фабрики оптом, минуя перекупщиков. И делается это все внутри сервиса 1688. Я думаю, большинство продавцов с Озон, Wildberries и других маркетплейсов закупаются на 1688. Потому что этот сервис, по сути, олицетворение китайского рынка. Ну а чем хорош китайский рынок? Не знаю, стоит ли вообще кому-то объяснять. Китайский рынок — это не что иное, как самые крупные фабрики, причем их тысячи на любой вкус. Тут базируется производство практически всех брендов мира. И плюс ко всему есть еще местные, локальные, хорошие китайские бренды. Здесь можно заказать кастомное производство, и тут находятся лучшие специалисты мира. А сама реализация бизнеса внутри Китая чуть ли не самая дешевая в мире. Ну и давайте ближе к сути, зачем я, в принципе, снимаю это видео и что нам предлагает 1688. Компания приглашает к сотрудничеству российских бизнесменов и также предпринимателей из других стран. Ну, во-первых, это Software as a Service компании, трансграничные логистические компании, электронная коммерция, сетевые магазины и подойдут даже просто независимые сайты. 1688 предлагают внедрить бесплатный API на ваш сайт, с помощью которого клиенты смогут напрямую переходить от вас на 1688. И при этом вы можете использовать разные бизнес-модели. Допустим, если вы не планируете купленные товары доставлять до своих клиентов и не планируете открывать склад в Китае, то тогда вы можете делегировать этот процесс на другие логистические компании. Ну а тогда вы будете зарабатывать на тех комиссиях, которые вам будет платить 1688 за покупки клиентов через ваш сайт. Ну а если у вас уже отлажена логистика с Китаем, то вы можете не только принимать заказы и зарабатывать на комиссиях, но еще и доставлять эти самые заказы из Китая в Россию, ну или в другую страну. Так что если у вас есть свой сайт и вы еще не работаете 1688, обязательно рассмотрите такую возможность. Ну а если у вас онлайн или офлайн магазин, обязательно рассмотрите 1688 в качестве своего постоянного канала закупок. Я уверен, что там есть те товары, которые вы продаете, но по более низким ценам, и это может помочь вам увеличить прибыль вашей компании. Ну и, конечно же, благодаря огромному выбору товаров вы можете и масштабироваться. Какие преимущества дает бесплатный API? 140 миллионов поставщиков, 300-500 миллионов товарных позиций, доступны все квалифицированные поставщики, поддерживается перевод с китайского на 8 языков, включая русский. Оригинальный сайт 1688, кстати, строго на китайском языке. На сайте работает система поиска по изображениям, и поиск по ключевым словам тоже работает хорошо на всех языках. Есть сравнение цен поставщиков и также множество других полезных и удобных инструментов. Нет никакой необходимости использовать VPN. И вот пример того, в общем-то, как это работает. Так что, если вы хотите сотрудничать с 1688, просто оставьте заявку по ссылке в описании под видео. И тогда официальная команда 1688 свяжется с вами как можно скорее. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока и успешной вам работы с Китаем!